Так, еще раз проверим связь. Видно ли меня? Слышно ли меня? Да, все слышно и видно. Ну, добрый вечер еще раз, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим очередной вебинар из серии вебинаров для начинающих работать с ЛИМК. Но мы приветствуем и всех тех, кто уже работает по нашей линии ВМК, и кто сегодня хочет уточнить некоторые позиции для себя, а может быть даже и скорректировать свою деятельность на уроке. Тема сегодняшнего вебинара – особенности обучения чтению ВМК для третьего класса. В своей презентации я буду использовать упражнения из следующих компонентов. Из книги для учителя будут рекомендации демонстрироваться, из учебника, который выпускается у нас в двух частях, в первой и второй части, из рабочей тетради и из книги для чтения. Будут демонстрироваться и слайды из электронного приложения. Особенности обучения чтению в третьем классе обусловлены прежде всего стратегией обучения чтению, которую мы избрали в начальной школе. На вебинаре, который проводила Эльвира Шакировна Перегудова, она познакомила вас со всеми целями, задачами, которые ставились в учебнике для второго класса и как решались эти задачи. Если вы проследите связь и последовательность целей обучения в третьем классе, то вы увидите, что в третьем классе мы продолжаем работать над техникой чтения. И главное внимание уже по сравнению с учебником для второго класса формирования навыков чтения гласных букв и их сочетания. Мы будем продолжать работать над различными интенционными моделями, над чтением смысловых групп, синтагм, над расширением восприятия, развитием скорости чтения. Что касается чтения про себя, то начинается целенаправленная работа над тремя видами чтения. Чтение с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации, с целью полного понимания прочитанного. В третьем классе начинается целенаправленная работа и над развитием специальных умений в чтении как в виде речевой деятельности. Главное умение, на мой взгляд, это научить учащихся догадываться о значении незнакомых слов различными способами, по картинкам, аналогии с родным языком, контексту. Будем работать и над другими умениями. Вот они здесь представлены на слайде, я вам покажу упражнения на эти умения. Конечно, без внимания не оставим и развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. Главное внимание будет направлено на умение пользоваться словарем, делать выборочный перевод с английского языка на русский, выбирать правильный ответ и так далее. Со всеми этими умениями и работой над ними я ознакомлю вас в своей презентации. Когда же мы будем работать над техникой чтения и над различными умениями читать на виде речевой деятельности? Все содержание учебника для третьего класса, в отличие от второго класса, организовано в циклы. Их у нас 8, и каждый цикл имеет единую структуру урока. Эта структура представлена на данном слайде. То есть каждый цикл состоит из 6 уроков. И вот из этих 6 уроков 2 урока выделены на этом слайде, они имеют специальную цель. Один из них – формирование навыков чтения вслух, а второй урок – развитие умения читать. И в качестве сопутствующей задачи будет выступать задача совершенствования навыков чтения. Я также знакомлю вас с этими двумя уроками. И, конечно, на последнем, третьем этапе, когда мы будем контролировать умение читать, мы будем контролировать те навыки и те умения, над которыми велась работа в каждом цикле. Следующий слайд почему-то не хочет. Итак, над какими же правилами чтения мы будем работать в третьем классе? Вы видите соотношение здесь
цикла и правила чтения, которые будут представлены в этом цикле. В первом цикле учащиеся познакомятся с понятием открытого и закрытого слога и с чтением буквы «и» в этих двух слогах. Во втором цикле мы уже работаем с буквами «i» и «y» в открытом и закрытом слоге и в сочетании «i-a». В третьем цикле учащиеся познакомятся с правилами чтения буквы «и» в открытом и закрытом слоге и в сочетании ее с двугласными. В четвертом цикле познакомятся с правилами чтения буквы «ю» в открытом и закрытом слоге и в сочетании с буквой «а». В пятом и шестом циклах учащиеся познакомятся с правилами чтения буквы «л» в открытом и закрытом слогах и в некоторых сочетаниях. В седьмом и восьмом циклах мы вновь возвращаемся к букве «а» и работаем с такими ее сочетаниями, которые представлены на данном слайде. Итак, в каждом цикле учащиеся знакомятся с конкретными правилами чтения одной буквы. Вторая особенность обучения чтению в третьем классе связана с технологией, которую мы избрали в наших УМК. Коммуникативная технология обучения чтению на основе правил предполагает включение усвоения правил в общий контекст общения на уроке при решении различных мыслительных задач. На уроке происходит одновременное усвоение правил чтения в нескольких вариантах, в зависимости от положения гласной буквы в слове, в открытом и закрытом типах слогов и в сочетании гласной буквы с другими буквами. То есть происходит постоянный процесс распознавания типа слога. Это привнести сознательность в усвоение правил чтения, использование правил инструкций. Такой подход, на наш взгляд, позволяет формировать более устойчивые навыки чтения, чем подход, который исходит постепенное введение правил чтения сначала в открытом слоге, затем в закрытом слоге, затем с некоторыми сочетаниями. Формирование навыков чтения правилам – это такой же процесс, как и формирование лексического навыка, грамматического навыка, то есть процесс этот предполагает стадиальность в усвоении правил чтения. Поэтому технология обучения, коммуникативная на основе правил, предполагает использование комплекса упражнений, который начинается с момента презентации чтения гласной буквы и ее сочетаний, проходит автоматизацию чтения гласной буквы и сочетаний, и также на этапе совершенствования навыка чтения гласной буквы и ее сочетаний. Комплекс упражнений, который направлен на формирование чтения каждой гласной буквы. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим два урока, как я уже сказала. Урок формирования навыков чтения на основе правил. Структура этого урока в каждом цикле имеет одинаковую схему. И в этом уроке являются у нас два этапа. Итак, презентация чтения гласной буквы и автоматизация. Мы с вами сейчас рассмотрим комплекс упражнений на примере третьего урока из первого цикла. Но по этому уроку вы можете будете судить и о других уроках, других циклах, где решается эта же задача. Итак, урок называется «What do you like about your country?» Начнем с этапа презентации чтения гласной буквы. Как я уже сказала, этот процесс встраивается в общий процесс общения на уроке. И на этом уроке дети знакомятся с высказываниями своих зарубежных сверстников о том, что им нравится в их родных местах. В ответ они рассказывают о том, что им нравится в их краях, в их родном городе и так далее. То есть при обсуждении вот такого предметного обсуждения вопроса, что нравится в твоей стране, что не нравится, и происходит формирование навыка чтения на основе правил. В первом упражнении
Презентация правил чтения осуществляется на знакомых словах. Это нужно подчеркнуть. То, что учащиеся слушают высказывания детей, и в их высказывании для них нет незнакомых слов. Эти слова подбирались таким образом, что они с ними знакомились и во втором классе, и на первом-втором уроке этого цикла. Ну вот здесь есть напоминание о некоторых слов. Как summer camp, как lake. Хотя эти слова учащиеся тоже знают из второго класса. Слушают высказывания своих зарубежных сверстников и соотносят звуковой образ слова с графическим образом слова. То есть первый момент, момент презентации, это напоминание учащимся, как читаются для них уже знакомые слова. Расположение слов здесь не случайно в два столбика. Это послужит им опорой для дальнейшего выведения правила. Итак, второе упражнение со скобкой направлено на осознание правила чтения буквы «И» в разных позициях. Учащимся задается вопрос, как вы думаете, почему буква «И» читается по-разному? Пока учащиеся не знают понятия открытого и закрытого слога, поэтому они могут высказать самые разные предположения. Но дать возможность им высказать это предположение нужно обязательно дать такую возможность на уроке детям. И вообще предоставление возможности самостоятельного введения правила будет осуществляться и на последующих уроках по формированию навыков чтения, поскольку это является одной из главных способностей к выявлению языковых закономерностей. А выявление языковых закономерностей, как вы знаете, сказывается на успешности овладения иностранным языком. Поэтому прежде чем получить правильный ответ на вопрос, почему же буква «А» читается по-разному, учащиеся знакомятся с понятием открытого и закрытого слога. Они читают памятку, которая расположена на следующей странице в учебнике. Конечно, понятие открытого и закрытого слога может вызывать некоторые затруднения у учащихся. Закрытый слог может быть легко осознан учащимся, а вот понятие открытого слога, особенно с последующей гласной буквой «и», которая не читается, требует особого пояснения. Поэтому это правило может прозвучать из уст учителя. Учащиеся могут прочитать его. Конечно, вы выиграете, если вы подключите наше электронное приложение, где происходит анимационное предъявление правила, когда вниманием учащимся управляют буквы, которые высвечиваются, подсвечиваются, делятся, которые произносятся, выделяются каким-то образом. Это принесет и игровой момент, и в то же время повлияет на лучшее осознание этого правила. Поэтому использование небольших фрагментов из электронного приложения на этом уроке также приветствуется. Итак, учащиеся познакомились с понятием открытого и закрытого слога. Мы возвратимся к этому упражнению для того, чтобы они послушали, как сама буква «А» рассказывает, почему она читается по-разному. Вот это небольшое высказывание зафиксировано слева на слайде. И самым главным этапом, конечно, будет проговаривание правила здесь, на русском языке, поскольку учащиеся будут возвращаться к этому блоку, и им сейчас нужно зафиксировать, как правильно это правило озвучивать. Буква «А» в открытом слоге читается как «А», например, в слове «lake», а в закрытом слоге она читается как звук «э», например, в слове «flag». Здесь мы обращаем внимание и на исключение. И здесь важно сказать, что
в английском языке больше исключений, чем правил. И поэтому, чтобы убедиться в правильности произношения слова, всегда полезно заглядывать в словарь. Смотреть, почему же have произносится, несмотря на то, что вроде бы открытый слог произносится по правилам закрытого слога. Такие слова нужно запоминать. И они еще будут встречаться в цикле уроков, и на это нужно будет обращать внимание учащихся. Итак, на этапе презентации произошло само презентация правила чтения и осознание правила чтения с выведением правила чтения и с сравнением его с правилом в учебнике. На последующих уроках, я имею в виду в других циклах, презентация чтения гласной буквы, ее сочетание будет осуществляться уже в связанных текстах. Вот здесь вы видите пример небольшого текстика, где также будет выделяться буква, над которой и сочетание, над которой будет в этом уроке вестись работа. И также мы будем предоставлять учащимся возможность самим вывести правила. Здесь они уже будут опираться на знания такого понятия, как открытый и закрытый слог. И те буквы, которые окружают букву. Второе упражнение на уроке формирования навыков чтения направлено уже на формирование связи между графическим и речедвигательным образом слова. Учащиеся уже на основе правила произносят, читают определенные слова, которые также сформированы в два столбика по правилам чтения буквы. Но они их не просто читают, а они читают, решая речемыслительную задачу. А о чем же российские ребята рассказывают, когда они говорят о своей стране? В этом упражнении уже появляются два незнакомых слова для учащихся, которые они прочитают по правилам чтения и догадаются о значении этих слов по вот этим небольшим рисуночкам. Эту же цель, а именно формирование связи между графическим и речедвигательным образом слова, решается и в упражнении из рабочей тетради. Но здесь они уже знакомятся с названиями животных, которые могут бывать в их районе, в их местности. Это упражнение немного видоизменено. Учащиеся уже должны проанализировать, в какой позиции находится выделенная буква, распределить ее по правилам открытого и закрытого слога, а затем прочитать эти слова. При этом они должны помнить, что они должны ответить на вопрос, смогут ли они увидеть этих животных в своем районе. Речемыслительная задача, опять же, выносится на первый план. Следующее упражнение также посвящено формированию связи между графическим и речедвигательным образом. Но на этот раз оно проводится в игровой форме. В каждом уроке, в каждом цикле у нас есть рубрика «Let's play», и игра называется «Alphabet Race». В книге для учителя вы найдете списочек слов, совершенно незнакомых для учащихся, которые вы напишете каждое слово на отдельной карточке и будете использовать для организации игры Alphabet Race. Вот здесь представлен один из вариантов игры, когда учащиеся делятся на две команды, и в каждой команде они должны в первом круге выстроиться те дети, у которых карточки с буквой «A» в закрытом слоге, а во втором круге в открытом слоге. То есть этот навык уже переносится на совершенно незнакомые для детей слова, но они должны четко уже понимать, в какой позиции находится буква «A». И
Я должна сказать, что слова, которые встречаются в упражнениях, особенно в первом, втором, третьем упражнении игре, эти слова не предназначены для активного усвоения учащихся. Они только используются им для того, чтобы научиться правильно читать букву «э». Следующее упражнение, умение 4, представляет собой чтение расширяющихся синтагм. На заключительном этапе урока слова с буквы «эй» уже встраиваются в предложение. Мы уже читаем не отдельные слова, а предложения. И одним из упражнений этого типа является упражнение в чтении расширяющихся синтагм. Что представляет собой синтагма? Синтагма – это слово или словосочетание, и в каждой последующей синтагме это слово или словосочетание употребляется или прямолинейно, или трансформируется. Однако ключевые слова встречаются в каждой синтагме. Упражнение чтения расширяющихся синтагм является универсальным упражнением. Это упражнение было придумано Финдраевичем Пасовым, и оно используется для разных целей. Мы его используем на данном уроке для формирования навыков чтения. Но оно может использоваться для формирования лексических навыков и грамматических навыков. То есть это все будет зависеть от того, как будет строиться синтагма. Особенность этого упражнения на уроке формирования навыков чтения заключается в том, что в синтагмах используются слова, которые содержат букву «эй» в разных позициях. Вот в первой синтагме это в основном буква «эй» в открытом слоге. Во второй синтагме подключаются слова в закрытом слоге. И в третьей синтагме уже используются слова в открытом слоге буквы «эй» в закрытом слоге. Техника чтения предусматривает не только правильное, конечно, произношение или установление буквенно-звуковых соответствий, четкое применение правил чтения, но и владение вот синтагматическим чтением предложений и правильным его интонированием. Эта задача решается благодаря тому, что чтение осуществляется со звуковой опорой. Есть разные режимы работы, когда дети читают синтагму после диктора, до диктора, затем сверяя правильность чтения, или одновременно с диктором. Конечно, последний вариант – это самый трудный вариант, но он продемонстрирует умение учащихся владеть чтением гласной буквы. Кроме того, чтение, как вот вы видите в высказывании Финна Израильевича Пасова, чтение расширяющихся синтагм способствует расширению поля охвата при чтении. Ученик привыкает читать, и, следовательно, говорить и понимать не пословно, а синтагмами. К тому же, с каждым разом все более крупными. И чем крупнее единица восприятия текста, тем лучше симпатичность чтения, смысловое членение текста, следовательно, тем выше скорость, лучше понимание. На последующих слайдах я вам покажу примеры синтагм, которые у нас используются на других уроках, и вы увидите, что здесь выделяются разные буквы, над которыми работает, на которые работают данные синтагмы, и разные интонационные модели. Вы здесь видите не только утвердительные предложения, но и вопросительные, и восклицательные предложения, и сложно сочиненные предложения, и сложно подчиненные предложения. То есть интонирование на этом этапе охватывает то, что заложено у нас в программе, то, что требуется на начальном этапе обучения. Совершенствование навыка чтения продолжается и при выполнении упражнения дома. Вот здесь приводится упражнение из рабочей тетради, где учащиеся уже читают
читают названия фруктов и овощей, которые растут в их местности. Но прежде всего они также должны распределить слова по правилам чтения буквы «эй» в открытом и закрытом слоге, затем прочитать и отметить, что же растет у них в той местности, в которой они проживают. Кроме того, у нас обязательно есть еще и небольшой текстик из книжечки для чтения. Книжечка для чтения – новый компонент по сравнению с УМК для второго класса. И, конечно, без книги для чтения очень трудно будет предоставить учащимся возможность совершенствовать навыки чтения и развивать умение читать. Несмотря на то, что оно покупается, или вы должны покупать этот компонент, все-таки нужно найти такую возможность, чтобы дети имели возможность читать забавные тексты и работать над развитием умения читать с книжечкой для чтения. Вот здесь представлено домашнее задание опять первого урока. Но сейчас мы уже читаем не синтагмы, не расширяющиеся синтагмы, а небольшие микротексты, в которые вкраплются незнакомые слова на разные правила чтения буквы «эй». Здесь вы видите и слово, опять же, pancakes встретилось, и еще race и так далее. Совершенствование навыков гласной буквы продолжается и на последующих уроках цикла. Мы закончили с вами рассмотрение урока по формированию навыков чтения с домашним заданием. Но у нас есть еще и другие уроки в этом цикле. Так вот, в качестве домашних заданий обязательно дети выполняют упражнения или из рабочей тетради, или из книжки для чтения. В книге для чтения у нас представлены разнообразные упражнения, опять же, формирующие навыки чтения гласной буквы. Вот здесь представлены скороговоры с читалочки, где учащиеся читают, и им дается подсказка, как нужно правильно прочитать. Подсказка. В последующих упражнениях они должны установить сами связь между буквой и звуком, то есть восстановить транскрипционный знак, опираясь на позицию буквы в слове, опираясь на неоткрытого закрытого слога и сочетание этой буквы. Вот представлено упражнение на букву I и букву Y. Следующее упражнение, они должны, это упражнение опять же из книги для чтения, найти слова в тексте и выписать эти слова по правилу чтения буквы I. В открытом, закрытом и в сочетании. А вот в этом упражнении, по мере прохождения циклов, по мере знакомства с другими гласными буквами, мы уже просим детей найти слова в том тексте, который они прочитали, и уже соотнести их с буквами не одной только буквы, а нескольких букв. Здесь буква «A», буква «I» и буква «I». Каждый цикл у нас заканчивается игрой. Эта игра размещена в книге, в рабочей тетради, где учащиеся в игровой форме вспоминают, совершенствуют те навыки, с которыми родилась работа в цикле. Вот эта игра охватывает не только лексические навыки, не только грамматические навыки, но и навыки чтения гласной буквы. Я акцентировала ваше внимание только на тех позициях, которые касаются обучения чтению на основе правил. Если учащиеся останавливаются, вот, например, на пункте 3 и видят слово с выделенной гласной буквой, они должны озвучить это слово. Если они останавливаются, например, на позиции 10 и видят транскрипционный знак, они должны вспомнить слово, которое произносится с данным звуком и так далее. Здесь эта игра
организуется после первого цикла, когда учащиеся познакомились с правилами чтения буквы «И». А вот в конце учебного года, в цикле 8, в самом последнем цикле, у нас есть урок, который называется «We liked the ABC party», где мы собираем все правила чтения гласных букв, над которыми велась работа в течение года. Сюжет этого урока представляет себе как бы внеклассное мероприятие, в котором участвуют их зарубежные сверстники, и посвящено оно вот именно чтению гласных букв. В первом упражнении учащиеся вспоминают, какие же звуки, дают буквы, разные буквы, разные гласные буквы при чтении. Во втором упражнении, но при этом, смотрите, опять же решается речемыслительная задача. Вот эти буквы в костюмах, дети пришли в костюмах, которые изображают эти буквы. И как вы думаете, они пришли парами? Кто пришел вместе? А все это направлено на то, чтобы вспомнить, как читается буква «Э», как читается «И» и так далее. Во втором упражнении учащиеся уже должны вспомнить, какой же транскрипционный знак они напишут вот в эти скобочки для того, чтобы правильно прочитать эти слова. И опять же решается речемыслительная задача, как вещи нравятся детям, что им нравится. Им нравятся и pets, и chess, и cherries. То есть вот здесь по образцу они видят, что все эти слова, буква «и» произносится как звук «э». И они подставляют транскрипционные знаки во все вот эти строчечки, где собраны слова на все правила чтения третьего класса гласных букв. Третье упражнение – это опять же игра. Вот игровое поле отображено по контуру страницы. Останавливаясь на букве, они называют слово с этой буквы. Останавливаясь на звуке, они также называют слово, где произносит этот звук. Четыре упражнения – они читают загадки, ответы на которые вот они видят в виде рисунка. А затем они анализируют, опять же, выделенные буквы в этих загадочках и говорят, какой же звук здесь они должны правильно произнести. По сюжету этого урока вы также можете организовать свое внеклассное мероприятие в конце учебного года, где учащиеся могут продемонстрировать все те скороговорки, которые они выучили на разные буквы, все стишки, которые в течение года учили, загадки, которые они учили и так далее. То есть устроить праздник для детей, когда они продемонстрируют свои умения и знания правил чтения гласных букв. А сейчас мы переходим к другому уроку, в цикле, целью которого является развитие умений читать, собственно, умений в данном виде речевой деятельности. Какие же задачи будут решаться на этих уроках? Ну вот на первых слайдах эти задачи я проговаривала, вот они сейчас опять перед вами, и в последующих упражнениях я еще раз их проговорю. Начинаем мы, конечно, с книги для чтения. Этот урок у нас размещается в книге для чтения. Ну вот здесь еще я показываю, что составляет содержание книги для чтения. Не только и загадки, рифмовки, считалки, скороговорки, но отрывки из сказок, отрывки из художественных произведений, истории, которые написаны их зарубежными сверстниками. То есть вы видите, что в книге для чтения используется аутентичный материал. Конечно, он адаптирован под те умения и навыки, которыми обладают наши учащиеся второго года обучения, но это аутентичный материал. Кроме этого, все эти тексты, все эти стишочки сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. В
книги для чтения. Есть англо-русский словарь, да, дети могут в любой момент обратиться к незнакомому слову. Есть лингвостроновический справок, который поясняет реалии, с которыми они встречаются в текстах, и список личных имен и географических названий. Мы рассмотрим с вами, опять же, урок из первого цикла. Урок развития умения читать. Называется он «Welcome to the Land of Oz», где дети познакомятся с отрывком из книги Баума «Волшебник страны Оз». И вот выделенным я более крупным шрифтом обращаю ваше внимание на те задачи учебного аспекта, которые будут решаться на этом уроке. Это, прежде всего, развитие умения читать. Основная цель данного урока. Какое же умение читать? Над каким умением мы будем работать на данном уроке? Оно также в целях урока у нас записано. Определять основную мысль абзаца и детали, раскрывающие, конкретизирующие главную мысль. Сопутствующей задачей будет задача совершенствования навыков чтения по правилам чтения буквы «А». Как правило, когда мы работаем над какими-то конкретными умениями, как работать над этими умениями? Учащийся сначала, прежде всего, читает в памятке. Вот и на этом уроке есть памятка, как определить основную мысль текста. Задание для детей: прочитайте памятку, найдите предложения, в которых выражена основная мысль. Следует отметить, что тексты для чтения, представленные в учебнике, если не требуется конкретного задания, а вот в данном задании нужно найти только одно предложение, предназначены для чтения про себя. Дети читают абзац за абзацем про себя, находят главное предложение этого абзаца и его читают вслух. То есть читать все тексты, а тем более переводить предложения, такая задача не ставится. Нужно научить учащихся находить ответ на тот вопрос, который стоит перед текстом, и свое внимание направлять именно на него. А вот прочитать его, когда вычитывают это предложение дети из текста, вот здесь и обращается внимание и на чтение, и на интонацию, и на произношение. Следующее упражнение направлено на развитие умения догадываться о значении незнакомых слов. Вот представлен здесь рисуночек. Здесь есть новые слова. Учащиеся читают сначала этот абзац, вставляют слова, а затем они уже прочитают эти предложения вслух. О том, как прочитать эти незнакомые слова, особенно вот те, которые читаются не по правилам. Слово «wall» и «palace», вот, допустим, здесь дается транскрипция. Мы опираемся на умение читать по транскрипции, над которым есть второй класс учащиеся работали. И затем учащиеся читают уже отдельные предложения из текста, где они вставили эти незнакомые слова. На этом же уроке решается задача, сопутствующая задача совершенствования навыков чтения по правилам. Из текста вот здесь выписаны все слова с буквой «А», а учащиеся должны из этих слов выбрать те, которые подходят под правила чтения буквы «А». Классифицировать слова со звуком «А» и со звуком «Э». Здесь будут встречаться слова, которые с буквы «А», но которые не читаются по этому правилу. Поэтому в данном случае мы еще раз развиваем и внимание учащихся, и умение, и понимание открытого и закрытого слога. Книги для чтения представлены не только уроки развития умения читать, но и домашние задания различного рода упражнения, где также происходит работа над различного рода развитием умений. Вот данные следующие три слайда показывают
как мы начинаем работать над тремя видами чтения. Над чтением с целью понимания основного содержания и так далее. Конечно, мы не говорим в третьем классе детям о том, но направляем их внимание при чтении, при выборе стишочка вот такими предваряющими знаниями. Найдите два стихотворения, в которых будут говориться о животных. То есть, просматривая каждый стишок, дети находят эти стишочки и так далее. То есть, не обязательно здесь нужно понимать каждое слово, но если вы увидели здесь название животных, название буквы «Л», дальше цветочки, еда, то этот стишок явно будет об этом. И только после этого мы будем уже читать этот стишок. Можно вслух, можно за диктором и так далее. Большинство стихотворений из книги для чтения у нас имеет звуковую поддержку. Второй вид чтения – чтение с целью извлечения конкретной информации. Мы обращаем внимание учащихся на то, какой же все-таки вопрос стоит перед текстом. Что спрашивается в нем? Нужно ли быстро, внимательно читать каждый? Нужно постараться увидеть название города. Конечно, все это сопровождается подсказками учителя, то, как нужно выполнить это упражнение. Чтение с целью полного понимания прочитанного осуществляется при выполнении упражнения, когда учащиеся находит ответ на вопрос, который стоит перед текстом. Вот здесь дано 10 вопросов. Конечно, мы постарались полно проверить этот текстик, и когда учащиеся ответят на все эти 10 вопросов, то таким образом мы узнаем, насколько было понято содержание этого текста, насколько полно было понято содержание этого текста. Другие умения, над которыми мы работаем в книге для чтения, это умение определить значение слова по контексту. Дети читают небольшую загадку и находят, в каком же значении употребляется в этой загадке слово «hard». Я должна отметить, что вот такие вот небольшие стишочки, загадки, все тексты, как правило, подбирались таким образом не только, чтобы данная буква или данное умение проходило, но и эта загадка соотносилась с тем грамматическим и лексическим материалом предыдущего урока. На этом уроке дарялись структуры there is. Вот и в загадочке идет структура there is, слова. И у нас есть там в этом уроке и краски. И вот опять же в этой загадке повторяют, они видят еще тени и слова, обозначающие краски, структуру there is. И в то же время мы развиваем умение найти значение слова, которое в английском языке имеет в данном случае два значения. И второе упражнение, они должны все-таки понять, о чем же идет речь в этой загадке, и соотнести содержание со значением, вот здесь в данном случае, грецкого ореха. Следующее упражнение демонстрирует работу над развитием умения соотносить иллюстрацию с текстом. Есть текст, состоящий, подпись, вернее, каждой иллюстрации, и учащиеся должны соотнести подпись с иллюстрацией. Опять же, здесь используется та же самая структура, которая была на этом уроке. Like doing something, но они читают в новом окружении эту структуру с новыми лексическими единицами и одновременно догадываются о значении вот выделенных слов. Вот в одном упражнении мы постарались вместить, смотрите, здесь разные способы догадки и по аналогии с родным языком, и по контексту, и по рисункам. Умение догадываться решает половину при понимании текста большое значение имеет умение догадываться, конечно.
Следующее умение – это умение выбрать подходящее название текста, то есть определить основную мысль текста. Прочитав сказку, небольшую сказку, дается вот шестым пунктом, смотрите, шестым пунктом, другие упражнения еще используются в этом упражнении, назвать то, выбрать подходящее название для сказки, которое отражает, конечно, основную мысль этой сказки. Умение находить и выписывать запрашиваемую информацию. Это тоже одно из основных умений, которые в младшей школе развиваются у учащихся при обучении чтению. Иногда вы просите перевести текст. Вот возьмите текст и переведите, дети, его. А как вы думаете, какое упражнение будет наиболее эффективным? Просто ли перевести каждое упражнение? Или из этого текста найти ответы вот на то первое упражнение, которое мы будем сделать? Заменит ли это упражнение понимание, проверку понимания всего текста? Конечно, но это еще и разовьет и внимание учащихся, и точную работу с лексикой, если вы увидите. Выбирая животных, выбирая, какие они, дети повторяют и название животных, и качество животным, и то, что они умеют они делать, и то, что они любят. Выполнив правильно полностью это упражнение, мы заменим всеми любимые упражнения «Прочитай и переведи текст». Следующее упражнение направлено на развитие умения понимать смысловые связи в тексте. Посмотрите, уже в третьем классе мы выполняем такое упражнение, которое будет встречаться на экзаменах по окончании школы. То есть ставить какую-то фразу, часть, в данном случае, конечно, пока что мы работаем с целыми предложениями, небольшой отрывочек из художественного произведения. Как мы выбрали эти фразы? Вы видите, что все они содержат будущее время. Два вопросительных предложения и одно утвердительное предложение. А это значит, что на уроке в классе мы работали над формой Future Simple в утвердительных, вопросительных предложениях. И сейчас, догадываясь по контексту, какая фраза должна быть в каждом варианте, учащиеся не только учатся понимать смысловые связи в тексте, но и повторяют грамматический материал, над которым была сработана уроки. То есть связь текстов и упражнений книги для чтения напрямую прослеживается с теми видами работы, которые велись на уроке. Происходит дальнейшее совершенствование навыков, над которыми велась работа на уроке. Следующее упражнение демонстрирует умение понимать смысловые связи также внутри, между предложениями. Но здесь учащиеся должны уже знать, вместо каких слов стоят местоимения в тексте. Они должны построить пересказ текста, заменив местоимение it, там еще какое-то местоимение she, и следующее местоимение, на те слова, которые передадут содержание текста. Правильно, передадут содержание текста. Этим мы также проверяем содержание текста, но и в то же время учимся соотносить вот эти местоимения с словами, которые в предложениях окружают данное предложение. Следующее упражнение демонстрирует развитие умения понимать последовательность событий. Из четырех небольших абзацев учащиеся составляют рассказ, выстраивая эти абзацы в правильной последовательности. Первый абзац стоит на месте, а вот из B, C и D они должны выстроить в правильной последовательности. На что обращается внимание здесь учащиеся? Конечно, на развитие событий, которые происходят в этом небольшом рассказе. А вот эти картиночки, они уже работают на другое упражнение. Когда им нужно найти, будет, как картиночка не подлежит, не отражает содержание этого текста. Умение понимать следовательность событий
Также развивается и вот на таком упражнении, когда дети прочитали рассказ. А вот в этом упражнении, в шестом упражнении со скобкой, даны отдельные предложения, которые также составляют краткий пересказ рассказа, но они даны неправильной последовательности. Им нужно поставить предложение в правильной последовательности, тем самым сделав краткий пересказ текста и поняв еще раз полностью над содержание и рассказ. Развитие специальных учебных и универсальных учебных действий также происходит и в книге для чтения. Умение пользоваться словарем. Памятка дана. Дана памятка, как работать со словарем, найти значение в словаре. Учащиеся выполняют это упражнение. Как вы видите, что многие умения обязательно сопровождаются памятками. Почти все умения, которыми мы работаем в третьем классе, имеют обязательно сопровождение в виде памятки Learning to Learn. Умение переводить с английского языка на русский. Делать выборочный перевод. Почему выборочный перевод? Потому что, во-первых, это умение базируется на каких-то определенных, квантах. Вот в данном случае мы учим учащихся переводить словосочетание с предлогом of, вызывает определенную трудность. Of не переводится на русский язык, но он учит правильно согласовывать слова, которые стоят рядом. Поэтому вот такой развивается в третьем классе. В третьем классе мы еще развиваем умение переводить существительные, которые выполняют функцию определения. Например, apple jam, вот такие сочетания. Еще тоже мы им даем памятку. Посмотри, и как это все сочетается. Вот над такими квантами, вот над такими умениями нужно работать и переводить. Переводить все предложение, переводить весь текст, нет смысла. Нужно находить те моменты, которые могут вызвать затруднения у учащихся, и на это обращать внимание. Умение выбрать правильный ответ. Вы видите здесь упражнение, которое напоминает формат multiple choice. Мы даем опять же памятку, как сделать это упражнение. То есть мы уже потихонечку начинаем работать над различного рода форматами экзамена. И, конечно, если вы будете использовать электронное приложение при обучении и развитии умения читать и формировании навыков чтения по правилам, то вы вызовете массу восторга у учащихся, сделаете этот процесс более эффективным и более занимательным. Вот здесь представлены некоторые упражнения из этого приложения. Я их прокомментирую. Первое упражнение – это упражнение, когда учащиеся видят постепенно снижающиеся четыре слова на определенную букву, здесь буква И, но слово читается не так, как все другие. И они должны успеть, пока эти слова падают, подставить бегущую фигурку под это слово. И тогда они увидят, что это действительно слово не читается так, как все других три слова в этом виде. Очень занимательное упражнение. На что оно работает? На скорость, на умение быстро ориентироваться, на умение ориентироваться и, конечно, на прочтение. Следующее упражнение. Рифмующийся паук дети находят. Также очень занимательная форма. Данные столбики слов они находят, быстро ориентируются в словах, находят и стрелочкой вот эти два слова подтаскивают друг к другу, чтобы получились рифмующиеся. Следующее упражнение. Даже такое, казалось бы, скучное упражнение, когда нужно распределить по правилам чтения слова, которые представлены в столбиках, и распределить их вот по этим
домиком. Тоже выполнено очень увлекательно, поскольку если слово не подходит, издается такой звук неприятный, оно опять, то есть идет мгновенная коррекция. Дети видят, да, неправильно, а почему неправильно? А потому что что-то они неправильно проанализировали в этом слове. Или вот следующее упражнение, когда четверостишье читается в режиме караоке, которое работает на интонирование, на правильное произношение, на чтение, синтагмы и так далее. Это очень занимательные упражнения, с удовольствием меняется детьми. Новое упражнение, еще одно, подобрать транскрипционный значок вот для тех слов, которые читаются одинаково. И вот, казалось бы, упражнение, где нужно вставить буквы в какие-то слова, вроде бы оно работает на написание, но в то же время и на чтение, поскольку мы здесь, опять же, обратную связь с умением озвучить это слово. Еще одно упражнение из электронного приложения. Вот то самое последовательность правильно нужно, которую я адрировала, выбрать, поставить в правильной последовательности. Здесь в другом виде представлено это упражнение. Читает абзац и находит, какая же картинка соответствует содержанию этого абзаца. Нужно быть очень внимательным, потому что разобраться в именах, кто является кем в этом абзаце. И кто же, может быть, и мальчик Джек, может быть, и оказывается, Джек – это гусь. А нет, извините, это собака. Это собака. То есть именно понять содержание текста, чтобы выбрать правильную иллюстрацию к нему. Я продемонстрировала, конечно, не все упражнения, которые мы используем в книге для чтения. Это и невозможно сделать. Время у нас все-таки ограничено. Но сейчас мы будем заканчивать нашу встречу с вами, и я расскажу о том же, как же контролируется умение читать слух про себя. Прежде всего, в каждом цикле, нет, не в каждом цикле, в каждой четверти в третьем классе у нас есть урок «Test Yourself», есть раздел «Чтение». Вот видите, после второго цикла у нас урок «Test Yourself». И в разделе «Чтение» мы контролируем те умения, над которыми велась работа вот в этих двух циклах. Учащиеся учатся соотносить информацию текста с вопросом, который представлен для того, чтобы проверить это содержание. Учащиеся учатся переводить слова, которые выделены курсивом. То здесь проверяется умение догадываться. Все эти слова на догадку. Мы работали над этим умением, и мы его контролируем. И третье упражнение – это контроль умения читать вслух по правилам чтения двух гласных, которые были пройдены в первом и втором цикле. Я покажу вам сейчас контрольную работу, которая проводится в конце учебного года, вот цикл 8. Точно так же в уроке Test Yourself мы проверяем те умения, над которыми работали и в этом цикле. А вот навыки чтения разных букв мы собрали практически все, поскольку это завершающий цикл, и учащиеся должны знать сочетание и открытый-закрытый слово каждой гласной буквы. Есть у нас еще один компонент, в котором представлены контрольные экзамены. Это пособие для подготовки итоговой аттестации, четвертные и годовые контрольные работы здесь представлены. И вот в разделе «Чтение» мы также найдем аналогичную контрольную работу, где учащиеся прочитают текст, выполнят упражнение на проверку понимания этого текста. И опять же мы сделаем упражнение, где проконтролируем их навык чтения гласных букв. Книга для учителя. Я обращаю, конечно, ваше внимание на книгу для учителя, хотя, наверное, вы все пользуетесь этой книгой.
Но я привлекаю ваше внимание вот на данном слайде к тем разделам книги для учителя, где вы прочитаете практически все, о чем я вам сегодня рассказала. Потому что для того, чтобы вы понимали, что задумали и как мы это делаем, мы должны прежде всего это описать в книге для учителя. А вот как вы это будете делать? Конечно, вот такие встречи, когда мы рассказываем, вносят какие-то прояснения и корректировку ваши действия. В разделе «Цель задачи обучения» вы найдете все цели в данном аспекте чтения, о которых я вам сегодня говорила. В содержании и организации процесса коммуникативного владения есть такой пункт 3.2.4 «Формирование навыков чтения», где мы рассказываем, описываем, как уже происходит формирование навыков чтения вот на этом третьем уроке. И, конечно, в методических рекомендациях к циклам уроков вы найдете подробное описание того, как нужно выполнить конкретные упражнения в каждом цикле. А что же дальше? Какова стратегия обучения чтению в четвертом классе? А в четвертом классе мы будем совершенствовать и развивать то, что было заложено и во втором, и в третьем классе. Что касается чтения вслух, то здесь уже будут совершенствоваться навыки чтения и по транскрипции, и согласные, и гласные, и развиваться умение читать по разным интонационным моделям. Конечно, совершенствование трех видов чтения также будет продолжаться в специальном компоненте в книге для чтения. Появятся новые умения, над которыми будет вестись работа в этой книге для чтения, вот они здесь перечислены. И развиваться специальные учебные умения и универсальные учебные действия. Вот такова стратегия обучения чтению у нас и ее особенности в начальной школе. Мы с вами провели два вебинара, где Эльвира Шакировна рассказывала подробно об обучении чтения во втором классе. Я рассказывала в третьем классе. Если вам нужен будет вебинар по четвертому классу, пожалуйста, напишите нам об этом. Мы тоже сделаем вебинар по четвертому классу. А так я приглашаю вас на следующий вебинар, который также проводится в рамках серии вебинаров по начальной школе. И он будет посвящен обучению письму. Он состоится 15 ноября в 16 часов и проведет его Светлана Анатольевна Пастухова. А сейчас я буду отвечать на те вопросы, которые вы задаете в чате. Постараюсь ответить. Талья Серенкова спрашивает. Словари во втором классе входят в программу ГОС. Или учитель делает их на свое усмотрение? Точнее, нужно ли детям заводить словари? Транскрипция и перевод. Меня интересует, обязана ли я именно по программе использовать словари или по усмотрению учителя? Это вопрос, который волнует всех учителей и который решают учителя по-разному. И в начальной школе, и в старшколе. По программе не требуется заводить словарь. И какой именно словарь заводить? Словарь транскрипции, перевод, тематический ли словарь? Словарь ли по каждому циклу? Все это будет зависеть от вас, от уровня подготовки ваших учащихся. Но если вы все-таки заводите такой словарь к учащимся, то он должен контролироваться вами. Он должен контролироваться и с точки зрения правописания, потому что мы видим эти словари, как ведут дети. Масса ошибок в этих словарях. Когда-то вы их проконтролировали, когда-то нет, а у ребенка остается словарь, который он использует потом постоянно. И если вы заводите этот словарь, то вы все-таки должны не только контролировать, как ведется словарь, но и проводить какую-то работу с этим словарем. Для чего вы его заводите? Для того, чтобы они лишний раз потренировались, как написать это слово, узнали транскрипцию. Все это есть в учебнике. И слово
написано, и транскрипция этого есть. Если этот словарь ведется со второго по четвертый класс, вряд ли, наверное, а может быть и ведется. То есть все зависит от тех целей, которые вы поставите, которые вы объясните детям и с которым вы будете далее работать, с этим словарем. Это моя точка зрения. Наверняка у вас есть опыт поведения этих словарей, вы можете им поделиться и рассказать о том, как же все-таки использовать этот словарь. Но в программу госведения словаря не входит. А о том, как контролировать написание и произношение слов, есть масса других способов. Есть масса других способов. Все зависит от того, что вы будете с учащимися. Очень долго я отвечала на этот вопрос. Не знаю, согласитесь ли вы с ним или нет. Но прежде чем давать какое-то задание учащимся, вы должны сами прежде четко представлять, с какой целью я это делаю. Не повлечет это дополнительную трудность для учащегося. Я буду с этим делать. Ирина Железнова спрашивает, как замотивировать, чтобы ребенок начал читать? У них нет мотивации вообще. Здесь стоит вопрос о том, что он начал читать. То, что мы представили в учебнике, или что он вообще начал читать. А мотивации чтения вообще, конечно, это не тема сегодняшнего вебинара. А вот мотивация о том, что он прочитал то, что дается в учебнике, это, конечно, вопрос, который решаете вы и мы, авторы учебника. Мы старались эту мотивацию заложить в экспозицию к каждому упражнению, заинтересовать их, о чем узнают дети, прочитав то, что дальше следует. И если вы работаете с этой экспозицией, если вы поясняете о том, что они дальше прочитают, то мотивация у ребенка будет развиваться. Если мы в книге для чтения представили отрывочки из тех детских книжек, которые они не прочитали, а вы увидите в ссылочке в тематических картах в книге для учителя, какие мы использовали отрывки, то, может быть, учащиеся заинтересуются и прочитают эти книги на русском языке. И тогда мы будем решать и другой вопрос о мотивации чтения вообще. Но любое упражнение, которое выполняется в чтении, должно начинаться с предъявления экспозиции. Зачем мы его читаем и что мы узнаем. И когда дети это будут понимать, им будет интересно читать. А мы старались все-таки использовать информацию, которая соотносится с их возрастом, с их развитием, и предъявлять такие тексты, которые могут их заинтересовать. Если вы считаете, что этот текст может как-то может быть неинтересен для учащихся, пожалуйста, вы можете заменить этот текст на любой другой, который вы считаете нужным, но проделать такие же подобные упражнения, потому что, как вы видите, все упражнения, которые мы предъявляем в учебнике и в книге для учения, для чтения, взяты не с потолка. Они соотносятся с теми целями, задачами, которые мы нашли в классе поставить в этом виде речевой деятельности. Они являются адекватными упражнениями для решения этих задач. И поэтому вы также должны подбирать адекватные упражнения к тем текстам, которые вы будете менять. Светлана Тимофеева спрашивает, подскажите, какой размер текста должен быть в лекции в третьем классе? Здесь мы с вами должны обратиться к тем требованиям, которые предъявляются нам программой, примерной программой. Посмотрите, какое должно быть высказывание учащихся монологического плана, какое должно быть высказывание учащихся диалогического плана. Там четко сказано. 5-6 фраз. Поэтому, что такое проект для третьего класса? Это тот же самый монологическое высказывание, сделанное в другой форме. В форме рисунка, в форме подписи и так далее. Поэтому требовать от учащихся пространственных описаний,
которые будут вызывать у них трудности и ошибок, конечно, не следует. Нужно руководствоваться программой и тем речевым материалом, который будет отражаться в этом проекте, а ничего нового, что было пройдено на уроках, мы в этих проектах не требуем. Посмотрите, пожалуйста, какие проекты мы в третьем классе предлагаем учащимся сделать. Вот после первого цикла идет проект MyRegion. Пятый предыдущий урок, последний урок данного цикла, это фактически текст проекта. Это текст проекта, где рассказывается о том, как их, не помню ее имя, извините, девочка сделала свой проект про ту страну, в которой она живет, про про Уэльс, по-моему, или про Шотландию она сделала, не помню, извините. И там были написаны некоторые предложения, которые отражают лексический и грамматический материал цикла. Так вот, в своих проектах, когда дети только начинают строить свои проекты во втором и в третьем классе, конечно, это требования программные и лексический и грамматический материал цикла урока. Татьяна Николаевна спрашивает, можно ли пользоваться данной книгой для чтения, если работаем по учебнику Вербицкой? Этот вопрос опять касается совмещения целей, технологий и стратегий, которая заложена в одном УМК и заложена в другом УМК. Если у Вербицкой заложена та же самая стратегия обучения чтению, которая совпадает с нашей, а все-таки технология обучения чтению, видите, у нас отличается, мы начинаем с чтения как ведущего вида речевой деятельности в начальной школе, мы используем иную технологию при обучении правилам чтения. Если это совпадает, тогда вы можете пользоваться. Другой вопрос, который также встанет у вас, если вы будете использовать не только нашу книгу для учебника Вербицкой, но и учебник и книга чтения Вербицкой к нашему учебнику, будет вопрос соотнесения лексического и грамматического материала. Я уже сегодня говорила, что те задания, которые у нас идут после каждого урока, и лексически, и грамматически соотносится с тем, что дети усвоили уроки. Вы представьте, у нас на этом уроке идет одна лексика, а у Вербицкой другая. Как будут дети читать такую книгу? Или наоборот, как они будут читать книгу Вербицкой, если там идет в это время не тема «My region» или «Where are you from» или «My pets» что-то другое? Соотнесите, пожалуйста, цели и задачи одного УМК с целями и задачами другого УМК. И если вы найдете соответствие, конечно, можно использовать любые компоненты других УМК, если они будут отвечать вот именно этому соответствию. У меня все вопросы. Вопросов больше нет. Я благодарю вас за внимание и приглашаю вас на нашу следующую встречу 15 ноября. До свидания. Всего вам доброго. Успехов вам.